Вот к отцу был ровно такой. И он такой, значит, ну терпел, терпел, значит, что я не боксер, что невыносимо совершенно. Потом он однажды говорит, да слышишь это, неудобно даже говорить тебе, конечно. Ты-то блюдина твою эту. Карате, марате. Мы их сажали на жопу, их, кого-то там. И будем сажать. Я, ну бывает, что это жизнь вообще, что там скажешь. Вот так и молчи, короче. Бокс. Это кул рулис, кул балс рулис, форева, чугеза, алвейс, тунайт. А все остальное это отстой. Я говорю, не могу с тобой согласиться. Он говорит, ну можешь попробовать хочешь? Я говорю, ну я потяжелее тебя чутка, там, килограмма 12. Да ты не это. Давай. Я говорю, давай. Что я делаю? Мы это. Я делаю лучше. Пам! Треть пахали. Не убил, ничего, просто удачи. Что он делал последние 7 минут? Ну по боксу, ну хрен с ним, с боксом, ну, чтобы я еще раз пропустил, да никогда в жизни. Ну как? Что я сделал? Ребят, я просто ему сделал систему защиты. Я ему, грубо говоря, бойся, а-а-а-а-а-а, он говорит, бздю, бздю, блядь, густо бздю. Как это? Трепещи, а что ты трепещи? Помните про лягушку там, блядь, красавица, коса там, коса, не коса, не знаю что, там, который трепетал, а что ты его трепетал, лягух, который. Так и здесь. Ребят, научите что-то бояться, да, приделать один раз. Вот есть момент интересный. Бьют ребята боковой. Вот есть два типа бокового, да, как бы так, вот сейчас в боксе, ну, как бы профессионально даже. Можно боковой по-английски засовывать, разворачивая кулак вот так, а можно по-американски засовывать, то есть вот сделать его всем корпусом и засовывать вот такой рукой. И традиционщики, то есть любители, которые бьют вот так вот, они говорят, слышно, ну куда ты таким попадешь? Это же замах какой. А тут тэн, вроде, ты насовываешь и насовываешь. На что им отвечают? Не безосновательно. Руки подними. Вот, грубо говоря, вот у нее перчатка. Вот у меня перчатка. Я беру и там тэн для перчатки. А он стоит и думает, нихуя себе, а если в репу так, бля. Это то, о чем я говорил, заставьте его думать. А это такой, да и ладно, блядь, ну не попадай, ну смотри, как летает хорошо. Фум, 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 там, как хорошо летает. И человек думает, да, летает-то, блядь, замечательно. И думает, ой, мама моя, ой, мама моя. Принцип защиты, ребят, защита. Не атака, а защита. Заставьте думать, заставьте не понимать, что происходит. Носится, носится, еще и лупит, как сумасшедший. Мама моя, чего это такое? Так вот, движение. Тактика, те самые злые ноги, да? Полетела дальше, жестко, отбиваем на длинных руках, придерживаем издалека. Я еще не говорю про контратаки, мы еще не говорим, что лучше защита от нападения, что 100%. Прорвался он. Ну давай, раз, четыре удара, длинные, сближайся. Не спеша, тэн, 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 тэн. То есть, смотрите, что произошло, еще раз. Пам, 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 пам. Я пошел с длинного рубежа и укоротился. Почему я встал? Не потому, что я в канат прижат, а потому, что все люди обладают неким стереотипом. То есть, как правило, атака развивается по обычному сценарию. Если меня начинают дубасить, я начинаю отступать. Я это буду делать. Я сделаю раз, сделаю два. А теперь думаю, а вот теперь держи, братан. И он попер. Давай. Тан-тан-тан-тан. Тыща. А он тук-тук-тук-тук и завяз. А здесь бить-то некуда. А я все собрал внизу и ушел в голову, предположительно. Или опять же, бам, ножку забрал. Или головой ударил. В зависимости от правил соревнования, конечно. Либо не соревнования. То есть порой бывает, что вкопаться, растянув человека. Только не вкопаться, я вкопался. И все, меня уже не сдвинуть ничем. Я купец Калашников, привет. Вещай, я уебас там, тресь, блядь, харк зубами. У меня тресь, я его харк зубами, блядь. И такие, ха, блядь, и на баяне, хуй, яйца. И вот, и нажались из тазика, блядь, капустой заели, и бздим, короче, до вечера. С запахом у нас такой, значит, только не прикурите, наверное, свои. Так вот, ребят, все это и есть защита, на самом деле. И вот мы сейчас дошли до самого важного. Кстати, о зубах. И о калашниках. Ну, присядь. Нет, стой. Самое
критикуемая часть нашей защитной системы – это пассивная безопасность. Это то, что мы набиваем головы. Многие врали, что мы набиваем яйца вранье. У меня есть, значит, ученичок Андрюха Басенин. Он при Елене Анатольевне даже не поснялся. Говорит, а хотите, покажу, что такое энергия ки? Мы такие, ну, он говорит, железный цигун. А у него раковина металлическая, он в стену такой, бам! Мы такие, вау! Он говорит, е! А ему говорит, слышишь, там это, гипрок, ты это, поосторожнее там в мусоре. А он, да, ему с этого, с Таиланда, я раковина металлическая, он такой, раз, я, сидел, такие, вау! Ку! О, раковина такой. Он такой, молодец. У меня тоже, поэтому я сегодня тоже красавец. Тут мягко и очень красиво получилось. Ладно, не суть. Вот сейчас мы будем с вами заниматься тем, что в принципе и есть как бы завершающий этап обороны. Когда оно все пролетело, да? Еще раз выдам маленькую тайну. Ребята, в реальном обмене с очень быстрыми, жесткими, хорошо поставленными руками, ребятки, чистым не уйдете. Зубами харкните, носом сломают, брови опять повиснут. И хер с ними, ничего страшного в этом нет. Это все косметика.